Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей, Вова, Сергей и Денис. Летальная компания. Всем привет. И снова леталка. Да, но у нас ничего не было. Андрей, вчера, отправляй нас. Потому что мы как бы, ну, не было ничего. Все было хорошо. Вчера? Когда вчера? Мы проснулись. Впервые проснулись на этой штуке. Сергей, только два человека. Если у вас умерли уши, то это благодаря Сергею. Не обращайте на это внимания. В описании ссылка на канал Дениса. И все, больше ссылок нет. Кто остается за вещами? Видимо, я. Ну ладно. Вот, в описании ссылка на канал Дениса. Сергею передавайте привет. Который, хотя уши нам отжал. Выжиг. Вове тоже привет передавайте. Может быть, даже мне передавайте привет. На Дзен можете посмотреть, если тут плохо работает. В общем, все сказал. Ну и, конечно же, ваши приветы и лайки мы очень ценим. Я их все передаю ребятам. Поэтому они мотивируют нас снимать дальше. Регулярно. Ну, максимально регулярно. Каждый второй день мы стараемся какую-нибудь коопную серию выкладывать. Там демки, там странные анплаги, там вот эта вот непонятная игра про зельеварение, которая может быть косая и кривая, но в то же время что-то в ней любопытное есть. Так. Где там ребята, во-первых? О5. Он уже лут несет. Красавчик. Но там было больше лута. Сергей. Они что, заблудились, я не понимаю. Надо было просто вот подняться по вот этим горам. И идти вперед. А там, конечно, можно клево попрыгать. Где вы там? Куда вы там уперлись-то, я не понимаю. Что вы делаете? Что вы делаете, я не понимаю. Чего? Где лут? Куда вы ходили? Не знаю, вон две гитары лежат. Блин, я чувствую меня. Я вообще по какой-то лестнице полз. Денис. А! Тут, по-моему, еще лут был. Нет? Оказывается, нет. Оказывается, не все прям. Ох, слишком много гитар. Видимо, им понравилось как. Не хочешь играть на гитаре, да? Я максимально экстремально прыгаю, когда у меня сил нет. А ты не прыгай. Ты просто ходи. Там не нужно прыгать. Вот тут у меня турель. Сергей! Да. Иди на мой мелодичный голос. Здесь закрыто, так что я в проблемах. Да тут не то, что закрыто, тут целая стенка. Я на чёрный ход пошёл. А-а-а. Нифига себе ты хитрец. Привет, Рок! Там ничего нет, только выход. А мне на выход. Ну, на выход надо налево. Вот сюда. И направо. Налево и направо. Вот он. Вот он, выход-то. Да я ползу. А, 126 килограмм. Ну, пошли. Сергей, поползли. Гитары тяжелые. Да. Тягать тяжело. Понесли их. А, гитары? Да, сложные гитары. Налево. Ну, если кто-то существовал здесь, он наверняка нас уже услышал. О, да. Но сейчас только час. Да. О, нифига себе. Клавиатуру услышал. Кто бы это мог быть? Фонарик и лопату я забрал с ракеты. Молодец. А то я чувствую, все разбежались. Я такой, ну ладно. Да я надеялся, что ты возьмешь. Я-то, честно, забыл тупо. Сейчас секунду остановлюсь, это у меня. Микрофон, он немножко раскрутился.
Нифига себе, 400. В смысле, Денис, ты скажи еще, что ты помер. Да, помянем Дениса. Я пытался гитару отвлечь собаку как мог, но что-то пошло, видимо, не так. Вова. Блин, Вова в бездне, я понял. Сергей все еще жив. Там к нему слизь ползет. Тут какая-то красная точка, тоже радости мало. Так, G6. Ну, G6, ай. G6. Монитор. Правильно я нажал. Сергей, как хочешь, но выбирайся. Угу, большая комната. Да беги ты, беги. Беги сюда, да-да-да, все правильно. Если будет какая-нибудь мина, я попытаюсь ее обезвредить. X8, например. Да-да-да, хорошо идешь. Теперь он знает, что я живой. Но тут ничего нет, Сергей. Но ты выйдешь отсюда. Так. Так, спокойно. Не съела бы меня собака. Блин, ему тут прыгать надо. Либо обходить. Обходи, Сергей. Сергей, обходи. А, ну, в принципе, прыгать, прыжок легкий. Нет, не сюда. Нет, Сергей. Черт возьми, Сергей. Прощай, Сергей. Бездну просто прыгай. У меня нет портала, чтобы тебя позвать. Пойми, прими свою судьбу. Убей себя. Молодец. Он сделал это. У нас 7 часов. Видели эту крепоту? Я не знаю, теперь я заражен. Теперь я... Ой, я слышу голоса. Победа! Ну-ка. Самый профитабл. Я с собакой съедем. Да я... Андрей, поздно догадался. Да я Сереге отвечаю. Но я не уверен, что с него бы что-то выпало. Это все-таки какой-то левый монстрик. Да. Он тем более безвреден. Ну, может быть, он пищал бы и собаку привлекал. Так что... Ну что, погнали дальше? Сергей, ты почти дошел, но ты не в ту сторону пошел. Почти. Я тебя не слышу, Сергей, скажи, что не... Что-нибудь. Отлично. Слышишь? Слышу. Красавчик. Налево идите. Налево идите сюда. Вот по вот этому склончику, и вы сразу попадете куда надо. Вот здесь вот. Раз, два, три, четыре. Мы шагаем. Ну, никто не захотел за мной идти.
где мой фонарик? Нифига, как ты догнал меня. Я же сказал, у меня короткий путь есть. Если его знать... Если знать короткий путь, то там можно легко пройти. Быстро и надежно. Так, тут водичка. Ноги можно помыть. И спить голод. Андрей? Да, Сергей. Налево тут большая комната, если далеко идти вдоль левой стенки. Но нифига нету. Я тебя вижу. А ты через что? Через черный ход, что ли, пошел? Да. А где тут черный ход? Вот туда, в самый край уходишь. Ага, и он близко? Да. Зачем я утаскиваю вещи с собой? Звездочка, конечно, прикольненькая. Это тоже один новый монстр, который вроде бы не должен сильно вредить нам. Только чуть-чуть. Где тут... Локт? Мне обещали здесь... Блин, крепота. Хочешь крепота? Крепота. Чё? Так, где две вещи? У меня есть две вещи. Цене. Вау. Ну-ка, подойди, дай посмотрю. И там самуру Рашти Элатим. Красота прям. О! Меня аж заколбасил. Так, мне нужна еще одна маленькая вещь. У тебя три маленьких вещи и большая, ты хватит. Да пошли еще. Бери и неси. Нет, это большая вещь. Это большая. А. Мы на черном ходе. Мы на черном ходе, Вова. А здесь тупик. А вот здесь можно побегать. А тут тупики? Не знаю, да, тут тупики. О, но это комната лута. Должен быть лут везде. Прям обсыпан. Так, о! Я нашел тебе. Дай. Держи. Я понес вещи. Неси. О, Биг Болт. Чувствую себя прям как хозяин положения. Старые добрые помещения, где ты просто ходишь и лутаешься. С удовольствием, без всяких там киборгов-убийц и прочих тяжелых последствий. Волшебно. Смерти иногда приносят радость. Блин, я, по-моему, не туда пошел. Да, я пошел не туда. Значит, надо идти туда. Вон, ключ возьми, если понадобится. Так. Ой, извините, я ошибся. Я не знал, что это ваше. Спокойно. Андрей, да? На главном входе лежит Юпи. Заберите его, пожалуйста. Дохлый? Дохлый. Да. А ну, убили, еще там убили. Принято. Я пока отнесу три предметика. Сергей уже отнес только что. Так, ну тут план такой, что надо... А, нет. План-то, конечно, был... Оп. Сережа, Сережа. Давай-ка немножко. Сергей, где ты? Ну, хотя мне надо спрыгивать все равно за Юпити. Поэтому спрыгнем. О, ты Юпи несешь? Денис. Юпи несешь? Молодец. Там еще один на главном. Еще один? Сколько вы там их уже перебили? Я двоих запинал. А лопата у тебя? Или она осталась? У меня нет лопаты. Ну а как ты их запинал? Ну, знаком. У тебя знак есть? Да. Это ты вооружен. Как это? Мы не ищем легких путей, нифига тут. Жесть. Да, это Серега нашел такую штуку. Она еще причем говорит...
О, смотри. Да вижу, вижу. Я пошел за Юпи тогда. Давай. Там Серега еще туда пошел. Денис, смотри. А. Видишь, где ракета вот выгружается? Вот здесь сюда идешь и на солнышко, и ты получаешься к станции. Понятно. Это короткий путь. Окей. Мясо свежее хотя бы. Я это есть. Я это есть не буду. Привереда. Так, здравствуйте. Привет. Где у нас не исследовано? О, живой. По-моему, все, что можно исследовали. Там в той комнате с лутом слизь ползет, я за нее сбегал, там тупик. Я видел в каком-то месте эту самую зарядную станцию, но я уже не помню где. Можно, в принципе, уходить отсюда. Ну, прошли. Я уже сам красный. А я-то какой красный. О, тут бабуины, кстати. Могут рождаться. Ну, можно подождать, у нас время еще есть, может появится кто. Как в прошлый раз, появилась собака и съела Дениса. О, да. Ну, Денис сам виноват. Ну, я отманивал ее от Андрея, Андрей отманил ее от меня. Но я-то отманил так, чтобы я не умер. Ты слишком... О, Сережа, волшебное слово, пожалуйста. Мы выкинем тебя на это. Сим-сим, откройся. Главное, чтоб не отдался. Так, ну что, отдался? Сим-сим, отдайся. Давай. Мы справляемся как чемпионы, поэтому зачем нам теперь? Господи, кто мою статую принес? Да вот ей... Да возьми ее на руки, статуя вообще меня. Обалдеешь. С каких это пор твоя статуя-то? Во, возьми ее на руки. Ну, посмотри, какая она величественная. Статуя откуда божественная. Откуда она вообще? И разговаривает, как я. Да-да-да. Извини, кусок говна. Ефимов, ты больше всех съел. Даже игра понимает, что ты много ешь. В смысле, я весь тут подтаскивал. Или на другую планетку. Да, Эклипс это как-то страшно. Давай на другую планетку нас. Офенс. Ну давай Офенс. Тем более в последний день Эклипс, как бы, вот такой. Ну на этих планетах Эклипс не так страшно. Ну не знаю, но... Эклипс это Эклипс, понимаешь? Эклипс, да. Когда тебе на голову у нас насадится миллион этих самых червяков, тогда и поговорим. Я живой, все в порядке. Муаддибов. Муаддибов. Блин, Сергей, давай, ты справишься. Не. Сергей, ты слишком много ел, я в тебя так верил. Раз ты у нас такой малоедущий, лезь. Сергей, если ты не справился, то и я не справлюсь. Все справедливо. О, гнездо бабуинов. Уже? Ну. А не рановато? Нехорошо это все. Слишком подозрительно. Один за другим. Мина. Блин, ты так сказал, я думал, я уже взорвался. Ой, пойду в комнату с лутом. Ну это не совсем комната с лутом, это просто большая мусорная крышка. У меня пара предметов есть уже. Могу дать. Она еще... Ой, Сергей, опоздал. Там лута нету, я... Пойду направо тогда. Блин. Я слишком много... Кто там балуется светом? Локт. Слишком много я раз умирал на минах. Ага. Аккуратно. Аккуратно, тут мина, Денис. Блин, она там, за дверью. За дверью, но она, а дверь-то открыта, понимаешь? Можешь обезвредить ее.
еще дым там вот этот дурацкий. Ну зайди, там может быть лут есть. Да. Денис? Да? Ты зашел? Аккуратно так. Я какие-то подозрительные шумы слышу, и мне это... Я слышу этого мясоеда, блин. Какого еще мясоеда? Ну, который топает. Короче, здесь настолько узкое пространство, что прям не знаю даже. Давай. Ну, мину можно обойти. Лутайся и выходи. Я тебя жду или не жду? Ну, жди. Да я пойду дальше, ладно уж. Ну, ладно. Иди дальше. Здесь лампа. А еще закрытая дверь. О. Тут миллион лута. 33. О, король. Мобой. Мобой. Блин, я настолько уже затерялся, что я не знал, куда идти. Думал, налево пойти, но надо идти направо. Ребят, там тампер. Да мы слышали, что там тампер, да. Ну там Денис еще где-то остался с миной. Ну, я думаю, что надо кому-то будет остаться на корабле. Либо забить тампера. Готов ли ты убивать его? Там все были живые? Где Денис Вова потерялся? Ха. Да. Просто у нас последний день, надо, чтобы кто-то был. Надо играть аккуратно. Ну, типа с тампером уже как бы немного опасненько. Мобой! Либо ты берешь лопату и можно... Давай я лопату, я попробую убить. Попробуй. Так, вроде все ребята живы. Давай, сейчас я фонарик только брошу, мне такой не нужен. Фонарик, если что, спасен. Фью-монитор. Куда там они двигаются? С1, У9, тупики. З3. А! Что происходит? Они взорвались на мине. Они взорвались на мине. Ну почему? Ну почему? Ну вы же видели эту мину. Я думал, что будет все хорошо. Но зато тампер, в принципе, заблокирован. Ладно. Вова лут видит. Если пойти направо, то там есть... Ага, он их видит мертвых. Три часа. Солнце, конечно, садится. И, возможно, надо было сидеть на корабле. Эх, блин, тут еще обходить это все. И не знаешь, когда к тебе выскочит собака лицом к лицу. Ух, ветра. Оп. Оп. Вова. А? Слева тампер, но я его заблокировал дверью. По идее, он должен нам не вредить. Блин, зачем ты это сделал? Хотел убить. Да, я сейчас вернусь. Блин, тут вроде бы был лут, но я его не могу взять. Где-то он был. А там на корабле кто-то остался? Нет, они двое взорвались, понимаешь? И вот зачем ушел тогда? Ну, чтобы помочь. Слушай, себе. Ты, кстати, ты его заблокировал, теперь больше никуда не пройти. Ну, вот сейчас я... Вот тебе ключик я оставил. Заберу. Зачем? Возможно, он пригодится. Мне бы еще быть уверенным, что ты выживешь. Ну, стой возле двери, и если я дойду, значит дверь откроется. Давай.
если что, надо будет от кого-то откупиться, я отдам тело Дениса. Сытное, вкусненькое, аппетитное. Кто откажется от такого тела? Никто. Оп. Так. Y9. Держи, иди. Что ты боишься? P1. Надо только на него камеру настроить. Угу. Фиомонитор. Фиомонитор. Понял, это была птица или собака? Ну, собака точно. Ну, вроде как будто бы и птица. Ну что, улетаем или пойдешь их бить? Кого, собак? Ну ладно, тогда полетели. Там пружинка, конечно, подпортила. Ну, я понял, что пружинка, поэтому я тебя как бы оградил от нее. Да, спасибо. Там, правда, еще паук был, я его хотел попробовать. Наплодилось там, конечно, много. .396 всего лишь. Зато сколько эмоций. Я так бежал от собаки, нет, что случайно налетел на мину. А Сережа бежал за мной и его зацепило. Случилось то, чего я боялся, когда оставался с Денисом, что он наступит на мину и что убьет. Что случилось? Что он наступит на мину и убьет нас обоих. Он убил вас обоих. Хорошо, хотя бы не меня. Ах ты злодей. Ну тебе. Блин, ты нарушаешь порядки. Какие? Смотри. Что, не умираю? А я не, а я умирал? Ты должен был умереть вместо меня. No mention. А я в первый раз умер, я не помню. Нет. Тогда я вообще красавчик. Так, так 130, давайте сдадите только 130 и все. Бросьте это все дело. Хватит, сдавайте только 130 денег и все. А сколько там? 150, хватит, 150. Все. Уноси назад. Только нажмите кнопку. Давайте я нажму. Могли бы сделать поразнообразить звук гитары? Да, не очень какой-то. Немножко такой, да. А вот вот эти вот... Мабой! Мабой! Вот Мабой норм. Ну чё, фонариков накупим на все? А может лопат, потому что лопаты помогают спасаться. Лопаты лучше. 50 на 50. 50 на 50, как бы, да. Хорошо. Не знаю, что говорит, но, наверное, что-то величественное. Вот это, конечно, вообще продавать нельзя. Илтами, Сумра, Шупти, вроде по-французски что-то говорит. Да я не знаю, скорее это, наверное, индийский какой-нибудь, наоборот. Чисто. Может, вот. Все, погнали. А, ну я один бегаю. А ты хватит? Сбегаю, мне хватит. Тебе
тебе хватит. У нас не так много денег было. Я понимаю. А две лопаты, два фонаря. У нас 120, так там еще, наверное, 30-ка осталось. И плюс премию, наверное, дадут. Или нет, в этот раз премии у нас не будет. Не, премии не будет. Показывает, что у нас лута на 1200. Ну и хорошо. Лопаты мы принесли там с Денисом. Посмертно. У нас лута на 1960. У нас еще 53 есть. Так вот, что ты тогда не купил еще лопатку-то? Еще лопатку. Ну ладно, не покупай. Взлетим, может быть, купим что-то еще на премию, там, может, 20 копеек дадут. О, можно эмоции купить. Залетаем, короче. А, эмоции, я ж ничего не сдавал, поэтому никаких у меня эмоций на земле. Да, тонем. Под танцовой попкой. Вот так вот, вот так вот. Сергей. Вова, смотри. Вот так вот можешь? Оп, оп. Нет. Идеальный танец для его костюма. Вот нет, не могу, не умею, все. 238, вот, потихонечку, помаленечку. Сразу в два раза. У меня легендарка пропала. А, да, какая легендарка-то? Секси-саксофон? Нет. А какая? Да не важно. Какой-то там Planet Vibe. А, ну это планета, которая крутится. Не знаю, наверное. Давай, Денис. Это она есть. Направь нас куда-нибудь. Сколько у нас денег, кстати? Может быть, и купить что-нибудь? 53. Все еще 53? Премии не было? Не было. Тогда два фонарика на 53, 25. Либо если ну что, на поставь. Эклипс, на дождь. А можно без эклипса, без дождя? Можно. Но это же скучно. Да как тебе сказать? Ну как тебе сказать, да. Вов. Так, купи нам пару фонариков. Есть скидки-то какие-нибудь на что-нибудь? Да, на фонарики купил. Отлично. Может, там три фонарика купить? Зачем нам экономить деньги, которые... Мы не потеряем денег. Помните об этом. Так, фонарик, чтобы я был полезен. Где мы сейчас? Бас, это бежать, на прово, на два часа. На два часа. На два часа. И там либо в бездну, либо по мосту. Я не знаю, на два часа я бегу или нет. Идите сюда, мы уже потеряли Вову. Я нашел Сергея. Сергей. Меня. И тебя нашел. Ты можешь с плотины навернуться в воду и утонуть. У меня черный ход. А, хорошо, я пошел навернуть. Не надо. Фонарик мой, доберись. Не надо, Денис, не навернись. Давай. Нет. Так. Закрыто. А, Сергей. А закрыто. Тоже закрыто? Да. Ну вот и поиграли. У нас вроде был ключик дома. Да, у нас был где-то ключик. Сергей, можешь взять расческу и сбегать? Отнеси ее. Хорошо. Я иду с богатым лутом обратно. Отлично, да, Сергей, станешь самым профитом, потому что единственный, кто выживет. Смотри, летающий камень, Сергей. Ты видел такое? Можно его сдать как лут. Ита, а, конечно же, никто, все побежали. Ита мы упущены. Почему? Потому что мы играем слишком беззаботно. Так, вы живы все тут? Ну да. Вы еще где-то рядом походу, да? Я через главный ход зашел, и тут как будто бы много лута. Кот, смотри, сверху на шкаф залез. Кто его? Так, движок. Почему у меня ощущение, что как-то странно все? Так, что это? Доска управления. И туалетная бумага. Блин, почему двуручные вещи-то только? Давайте как-нибудь полегче. Кот, куда ты свалил? Тут слишком светло, чтобы фонариком светить. Где эта максимальная туалетная бумага за 63 монеты? Ой, господи. Взял и просто ослеп.
Вова. Страшно мне, что он молчит. О, комната лута. Не верим, это не комната лута. Да как же комната лута? Тут, ну конечно, да, она какая-то бомжатская максимально. Тут только знак тупой. А, кто это делает? Зачем вы это делаете? Блин, я какое-то зло услышал. Это Сергей. Сергей сделал? Да. Ну, кто же еще, Андрей? Ну, ну может быть, Денис, я не знаю. Спасибо, Сергей. Так, где кот? Вот он. Я отнесу пару предметов. Это сделал Денис. Зачем ты это сделал, Денис? Что ты смеешься там? Хихикает. Теперь мы обречены. В общем, сделал это довольно близко к выходу, раз уже успел выйти. Так, где там выход-то? Вот он. Вот тут уже бегут. Бегут, давай. Ну слушай, ты ничего не попадешь по мне. Оп. Оп, аллея, оп. Тут эти самые... Ой. Штуки, которые на голову садятся. Да, их тут хватает. Надо их посшибать. Лопатой. Ну, если найду, конечно. Нету ничего. Около корабля была где-то, позади. Да вот тут она меня пыталась напрыгнуть, а потом куда-то сделать. Так, как ребята выживают? Сергей выживает с пауком. У него миллион красных точек. Блин, без фонарика там будет сложно. Денис! Денис! Сам ты Денис. Ладно. Сергей на черном ходе умер. Я попробую сходить к нему. Это его карма настигла, да? Так это лопату? Денис вырвал. Это Денис... А, не... дай лопату, тут птички можно... А там много лопат на этом самом. Если найдешь птичку, я тебе дам. А, окей, давай. Ну, конечно, там вот на черном ходу было миллион двуручных предметов, надо бы их относить. Плаксик, Плаксик! Какой? Я слышал Плаксика. А, возможно, я видел его. Там Сергей с пауком зависает. Но у меня есть фонарик. В смысле, паук Сергея жрет? Ну да, сожрал уже. Сергей, наверное, меня проклинает. За то, что ты вырвал лампочку? О, да. На... А стой, а кто на корабле-то? Ну, там был Вова. Вопрос... О, клоунский рожок. Но, походу, Сергея тут не было. А вот и дитя. Да, я где-то слышу, но оно далеко. Оно позади нас. Уфигарим его лопатой. Конечно. Давай, ты первый. Оно где-то слева. Не иди туда ты лучше. Пойдем в другую сторону. Да без проблем. Так, ты идешь сама. Вон оно, сзади! Как, кто оно? Оно телепортировалось. Да. Вот и все. Это портал, это наше защитное средство. Слышишь, кто-то потом? Вон оно, вон оно. Где, кто? Кого ты? Оно с той стороны большой комнаты. Уходим. Пойдем, короче, на главный ход. Там много двуручных предметов. Их нужно относить. Прям тьма. Хорошо.
Сергея мы отомстить не смогли. Пускай Сергей покоится с пауком. О, Вова тем временем работает. Единственный, кто работает. Лишь бы Вова выжил. Да вот он только что на корабле был. Да я видел. Еще бы найти этих маленьких молокососов, чтобы они на шею навешались. Все, нет больше предметов. Не, ну внутри был. Там... Я уже думал, ты там помер. Смотри, мелких предметиков возьми. Ага, о. О. Да, никогда. Там еще один остался предмет. Добро пожаловать. Сергей. Да. В коридорах сложно от паука кружить его. Я не знал, что с этим делать. А когда ты его бьешь, он ускоряется. А ты как помер? Я думал, ты на черном ходе помер. Мне упал на голову червяк. Я сейчас от него червяка убегал, но попал в место, где паук уже обосновался. И застрял, и не смог убежать. И меня червяк, а потом уже и паук. Я пытался отомстить за тебя. Тем временем Вова, работник года, несет двигатель. О, вижу. А Сергей вместе с Андреем, молодцы. А кто виноват? Тот, кто вытащил лампочку Ильича и активировал всех монстров на свете. Слишком рано вытащил. Слишком рано. Причем она же была рядом, как я понимал, потому что он раз и уже выносил. Давай скорей, гигант. Да, я слышу. Валим. Андрей сдох, что ли? Да. Ты такой, нет, вон не сдох. Вон он вместе с Серегой лежат парочка. Паук обработал. Ну, пауку-то оставалось чуть-чуть. Понимаешь, я шел на главный ход. Я примерно ориентировался на твой голос. То есть я знал, поэтому я шел. Чего скинул, зарядил? Да проверил, что заряжен. Самые храбрые наемники. Да. Храбрецы наши. Вы наши храбрецы, конечно. Можно было паука-то и добить. Ему немножко осталось. Кто же знал, что добить и... Да уже время, девятый Садимся. Час был какой-то. Девятый час. Ну, погнали. Вов. Эх. Начнем с того, что вытаскивать лампу раньше. Ну, схватали. Денис, чем ты оправдываешь вытаскивание лампы так рано? Забрали. Не надо так, так делать. Так весело же было. Ну не надо. А вы мою лампочку, ой, мой фонарик никто не забирал, что ли? Ну вот я же умер там с фонариком и с лопатой. Ага, понятно. Поэтому Андрей мне выкинул какой-то фонарик и все, и ушел. Да, я один фонарик отдал. Честно, благородно. Я два фонаря хапнул, принес, зарядил и пошел. О, улей у черного входа. Ага. Сергей. О, Сергей, наша любимая пещера. Ненавижу ее. О, налево пещера. Но закрытые. На главном ходе всегда миллион ключей валяется. Пойду куда-нибудь. Эй, на борту. Люди. Есть ключик. Как-то с ульем мне неохота мучиться. Блин, а как тут идти-то? Вот это вот обходить, а можно это обойти? Вдруг оно выросло прям. Не, ну вот я еле-еле здесь прохожу. Молодец. Моя система похудания справилась. Так. У вас есть ключи, люди?
Нам нужен ключ. Зачем я нажал кнопку? Наверное, надо было им наоборот самим подняться. Блин, опять какие-то страшные звуки. Ля-ля. Какие истории рассказывают в лифте? Что если подпрыгнуть, то можно выжить? Где у вас ключики? На черном ходе есть налево сразу же пещера. Люди! 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 Слышите меня? Люди! Люди! На черном ходе есть сразу черная пещера налево. Так и у нас тут пещера. И у вас тут пещера? И у вас тут Бракен, между прочим. Бракен? Бракен. Но он вроде бы и напуганный. Ну, как бы так себе напуганный. А где ключи-то? Где ключики-то? А, вот он. Девяносто шесть, 70. Ой, какая крепота. Так, где тут выход-то? Я вечно блуждаю в непонятках. Ули там, ули здесь, ули тут. Ой. Страшно. Вот так вот сразу милоты добавилось. Правда же? Интересно, можно призвать настоящего? Такими повизгиваниями. Что за странный звук? Попал в место, где паук уже обосновался. Что под вами такое? Да. Пацаны. Ну, такое себе, конечно. Теперь я максимально вкусный. Ай, упала. Бедняжка какая. Денис, видимо, в обнимашках с этим. О, Вова живой. Вова. Я на воле. Вова. Дениса Бракена тащил. Смотри, какой я аппетитный. Да, уж я вижу, от лопаты не пробовал их. Нет, я не как раз... нет, больше предметов. Зато со мной есть люди, которые говорят. Как Сергей-то помер? Зато он помер с... Ах, почему он здесь помер? Там же никого нету. Я же единственный пока что в его объятиях. Там же никого нету. Я же единственный в его объятиях. Какие, конечно... Ой! Тихо. Давай-ка ты без этого. Тридцать два, 45. Блин, мне резко расхотелось.
Моя цель какова? Выживать, да? Фонарик принести, пиво вот, например. Он определенно пытался ульи взять, да? Потому что улья я не вижу. Он бросил фонарик и побежал, чтобы быть максимально... А, и вот он умер. Сергей не справился. Преступление раскрыто. Убийца, третья пчела слева. Денис? Или мне просто клинит меня? Ням. Няма-няма. Хотите его съесть? Думаете, он тоже аппетитный? А, я понимаю. Добро пожаловать. Добро пожаловать? Добро пожаловать. Ой, какая компания, конечно, у меня. Веселая компания отчаянных людей. И напевая песенку, усами шевелит. На корабле есть кто-нибудь? Выглядит, что на корабле не особо много людей. Сергей отдыхает. Денис отдыхает. Вова... Я точно бабки не сожрет. Он вернулся, он вышел в лифт. Слышь, ты хочешь по-плохому? Раз, два, три! Нет! Нет! Я был слишком активен. Тебя сожрали вместе с глазами. Вместе с глазами. Андрей? Ой, жесть. Че, понравилось тебе, надеюсь? Я тут один, ты меня одного держишь, да? Да там вообще такие коры выдавали эти. Глаза? Да, глаза налипли такие. Че, хотите съесть его? Нет, я ж другой некоторые вещи слышал. Хром-хром-хром. Теперь все от Вовы зависит. Берет своим ударил на корабля. Ой. Ну что, Вова уже здесь, вот он уже все. Что-то не слышно, гигант. Где этот гигант? А он насытился и ушел. Я же был максимально сытным. Ну да, три глаза. Главное, я такой на корабле стою, и такие разговоры такие, как будто бы тут миллион людей. Я такой, что, почему? Андрей, ты живой? Да-да-да. Я живой, давай. Подожди меня немножко. Подожди меня немножко, я буду говорить. Обернись сзади, сзади, обернись. Я забрать свою лопату и фонарик. Что-то с ними не так. Попытайся выскочить. Выходи, я прикрою. Ты пытаешься записи сделать? Да, 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 конечно. Да, Денис, заберу. Беги, мама, беги. Слабый глаз говорит моим голосом. Да глаза вообще топчик. Ой, жесть какая-то. Жаль, мы не слышим одни и те же голоса. Он что, параноид, со мной разговаривает постоянно. Жесть какая-то. Вова, у тебя был один глаз или у меня было два глаза? Я вообще один глаз был. Три глаза со мной постоянно. Действует у Сергея, короче. Причем Денис такой искаженным таким голосом. Я бегу, бегу. Да, да, да. Говорит, Вова живой, говорит. Я такой. Да. Нет, 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 нет. Что, Сергей? То есть, Сергей, ты видел, что происходит на улице? Нет. А теперь посмотри. Денис сказал да, я нажал да. Кому, нашел кому слушать. О боже мой. Да, потоп. Блин, они же еще там разрушат мост и утонут сразу же. Сразу же по КД. А тут еще вот эта затопленная долинка. Она уже затопленная. Тут уже, блин,
надо проходить. Как я прошел здесь? Все, мы... А, ну вот там есть цементный мост. Нырок просто воли сделал. Это не просто затопленное, это там утонувшее. И поехали бы за смею, а? Хулиганы, а? Вот этот ключ им вставлю куда надо. Дайте только подняться. Давай, лифт, поднимайся. Использовать ключ. Сейчас я его использую. Или нырнуть и просто войти там в черную дверь. О, вот это было бы жестко. Но было бы слишком... Каковы шансы, что Сергей утонул, пока пытался спрыгнуть? Мы нашли пещеру. У меня есть ключик. А где пещера? Налево, направо? Да. Где пещера, Карл? Так, они где-то там. Кто? Где вы? Где вы? Оборачивайтесь, Бракина все-таки... Господи ты, боже мой. Я прав, вот. Сергей, вот Сергей, я думал, ты мертвый. О, осторожно, тут ящерица ползает. Какая же? Ну, в смысле, гусеница. Где? Да вон, она поползла вниз и... Вниз, короче, вон туда не спускайтесь, там смерть. Я положу здесь ключик, чтобы вы знали, что там смерть. Если у вас есть лопата, то можно ее грохнуть, конечно. Что ты на меня смотришь? Я слышал голос монстра. А, ты живой? Да, то есть нам что здесь можно пройти и не прыгать? Смотри. В краешек упираешься и идешь. Что это за черные метки такие, чертовы? Тупик там. Да, я пройду. Да, тут действительно тупик. У меня три предмета, я сейчас четвертый возьму и пойду. Там тяжелый. Там есть большие вещи на выходе. Иди на выход сразу. Я не помню. Куда? Нет, не знаю. Там, где будет ключ лежать, не спускайся вниз. Так, я не знаю, куда иду, наверное, уже тут все обыскано. Потрясающие пещеры, чтобы просто ориентироваться на местности. Уроки ориентирования на местности. То... Здравствуйте. Там есть два подводных хода, вот один и дальше чуть второй. Ну, не толкайся. Дай мне отдышаться. Так, я выйду, чтобы у меня выносливость восстановилась, иначе... Так, я куда-то выплыл? А, ну я выплыл, наверное, туда же. К тебе же. А, вот он, да. Все, там тупик. Прекрасно. Но там в другую сторону я не стал плавать. Там как-то застревал я слишком... Я понял. Толстый бороду... Бородин. Толстый бородин. Бородин. Бородун. Так, бородин, вот. Бородун, бородун, дан, дан. Я слышу Вову, но он вроде... Кто ты? Я ушел. А почему я его слышал до сих пор? Значит, где-то монстр проснулся. И он с тобой говорит. Не будь ошеломлением. Я тоже слышал Вову, так что нет. Это был Вова. О! Нифига себе! Гальванизированная сталь. Нифига себе. Но она двуручная. А, слизь, да. Бей слизь ей. Бежим. Направо, наверное. Как-то направо и по диагонали куда-то туда вот.
Иди сюда, вот. Вот, ну. Лифт. Где? Лифт, идите на меня. Это ты его призвал? Да. Ну, подождем. Смотрим на двери. Андрей, тебе нужно было сброситься сверху на лифт. Денис, а ты что с ключиком? Иди дальше добывай. Куда ты полез? А, у тебя лут есть? Отдал бы нам. Отдал бы мне. У меня кроме стали ничего нет. О, это что у тебя? Коллекционная карточка. Нифига себе. Magic the Gathering. Денис, отдай мне, или хочешь, я тебе отдам, и ты понесешь. Денис. Денис, стой, возьми. Что? Возьми стали. Отдай мне ключ и не иди. Все. А я... ты что, вышел только со сталью, что ли? Ну да. Че на Все. У меня своя судьба. Видимо, она будет недолгой. Помянем пацана. Ага. Слезь. Так, ну я понял, надо налево идти, но... Вот тут револьвер, например. Неплохо же. Теперь я уже... На, вот здесь, на тебе. Слишком много. Ты поглотила все. Давай, ползи ко мне. Аппетитный, сытный. Главное, чтобы ко мне никто не пришел. Гидрогель. Надо петь тебе веселей, чтоб ты полз быстрей. Если ты ползешь быстрее, значит скоро... Где-то у корабля уже. Где-то возле корабля уже. А куда я иду? Я иду не туда. Надо идти по... Блин, по каким вот этим рельсам? Рельсы обман. Слизь права. Нет! Вова! Спаси меня. Вова, спаси меня. Я вооружен. Слизь! Я предупреждаю. Не заставляй меня этого делать. Не заставляй меня кружить тебя вокруг. Я буду петь тебе песенку. Спи, моя слизя, усни. В городе нету слизи. Если ты хочешь слизи глотнуть, надо всего лишь в лужу ногу опустить. Простите, из меня певец ужасный. Ну, слизь-то прекрасная такая, прям сочная. Ха! Видали, как я сделал? По-моему, вот если идти вдоль левой стенки отсюда, то можно куда-то прийти. У меня даже есть револьвер. О! Как будто бы у меня миллион лута, да? И заряженный пистолет. Он стоит в два раза дороже. Я придумываю, конечно. Нифига он в два раза дороже не стоит. Так. Эта штука вечно меня... байтит на то, чтобы я поднялся по лестнице. О, тут воды-то уже хорошо. Уже прямо-таки прям душевно. Я не понял, там тень поднялась. Почему я по пояс иду в воде? О, можно вынырнуть. Слышь, автопилот. Давай без этих своих фишек. Как мне дойти до туда и ноги не намочить? Испытание.
так сказать, непростое. Что вы стоите? Давай, давай, беги! Тут гигант справа. Ну, слева. Дуралей. Бабуин еще тут. Они что, водоплавающие птицы, я не понимаю? Да. Да шо ж ты такой? Да вода меня, знаешь, как резко тормозит? О, я добрался. А ты его хоть не делал? Молодец. Я даже пистолет принес. За 20 копеек стоит. О, вода уже затекает сюда. О, о, птица. А вот, теперь вижу. Да уже надо летать, у нас уже таймер. А где? Давай, улетай. А где я еще? Я здесь. Третий. Да я здесь я. Тут вода уже тут, смотри. Да-да-да, уже все, уже тут. Захлебываемся. Не, в этот раз неплохо сходили. Ну. Ты там не исчезнешь, а? Ну, если ты на корабле. Надеюсь, что нет. Ну, если только провалишься сквозь текстуры, как обычно. Да. Такое тоже бывает. О, я most profitable. Pass go in collector 200. А, ты прошел этот текст. Has IP address. Сергей, все, тебя выдали. Что? У Сергея там IP адрес подсказали. У Сергея IP 127.001. Денис, отправляй нас на Гордон. На Гордон отправляй. Ну, на компани. Как? На компани. Ну, да, да. Эп. Гордон, все, выгружаемся. Эти убийцы леталок, почему у них нету простой кнопки, типа лететь там дальше, взлететь, улететь там, не знаю. Так, сдайте 238 денег и все. Ну, может быть, одного Дениса хватит. Бабуина там, Денис, давай, сдай бабуина, его, наверное... Слушайте, уже... то есть мы не будем летать на крутые планеты? Пока не будем, ну вот специально, чтобы вот так вот разнообразие, понимаешь, в чем плохо. Я предлагаю монстров сдать, они иногда глючат. Да. Нажал? Нет. Давай, бабу этого еще сдам. Нажмите. Нажимаю. Сейчас их обоих съедят. Да бывает, там съедает мгновенно. Радужки, радужки, съешь. Вали. Съешь Вову бабушки. Бабушки. Лошара, лошара, лошара. Эй, ты, монстр. Он уже разозлился, Денис. Закупишь нам, не знаю, лопат каких-нибудь, а то вот мы немножечко все-таки, да, потратились. Не хватает! Не хватает! Давайте кота сдадим. Давай. Давайте. Давай. Кот, мы отдаем тебя в добрые руки. Не жалуйся. Я не договаривался. Я тебя сам снял с этой самой... с полки. Ушел. Он на шкафу был каком-то, на полке стоял, ходил, я его спас. Кота? Да. Поэтому я его породил, я его и отправлю. А! Что происходит? Да я пытаюсь карточку коллекционную найти. А. Блин, надо было еще лампу эту дурацкую сдать, которая звук издает. Лампу? А тут есть лампа такая? Да, так ты это, не слышишь? Это... Ну, я уже привык к таким миллионам звукам, понимаешь? Вон она лежит. А, я сдаю. Пока... Какая лампа? Где? А, вот это, она лампа, звук издает? Да. А у тебя нет? Ну, я не знаю просто, что... У меня тут слишком много всего издает звуков, понимаешь? Я вообще ни разу не слышал, чтобы лампа издавала звук. Нашел я карточку из Хардстоуна. Голден Комет. Голден Комет, это какой. Magic the Gathering. Все, 80. Нет, это не Magic the Gathering. Да я не знаю, что это. Это Хардстоун. А, ну пускай будет Хардстоун. Слушай, там ругаются. Мамаша Мурлок говорит. Да, что это такое? Так, нам нужно купить что-то. Денис, что мы будем покупать? Что? Лопаты, фонарики. Ёжиков. Сторы. Что тут у нас есть? Телевизор у нас. Фонарики бы купить. О, скидки на фонарики 20%. Можно фонарики. Давай.
Pro 8. 160. Так. Шовел. 8, например. Ах ты. Шовел 7. Ага. Шовел 4. Ну, я 12 предметов заказал. Не знаю, успел ли я это сделать. Видимо, нет. Я взял 4 фонарика. А что ты хотел? Еще и лопат. Я 4. Ну, 8 фонариков, это да, это я заказывал. Но лопат не успел. Ну, денег воки-токи нас... нужны были. Воки-токи? Да, да. Давай, заказывай тогда еще. Полезная вещь. И лопат, конечно. Парочку. Готов. Купа-купа. Ты заказал что? Могу. Лопаты или этих, или того и другого? Денис. Да. 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 Ёжики конопаты. Так. Что, я взял 3 предмета. Я тоже. Я 3. Наверное, этого больше и не будет. Балерина крутится на носу корабля. Я думаю, замечательно все. Создает некий такой антураж соответствия всему. Сергей, ты не боишься, что ты... А, я 4 предмета, оказывается, взял. Ничего я должен бояться. Ну, что ты слетишь с корабля, когда мы стартуем. Да, я без вас чуть не упал. Так, ну что, мы полетели? Стартуем! Теперь ты там... Теперь Денис там крутится, ну ладно. Будет так. Ну, я открою это, так что он не крутится. Пока с нами эта статуя, удача будет с нами. Ну, это прям как Супермен приземлился. Супергерой. Или Терминатор. Родился. $15. $360. Ну что ж, на этом... звук такой. На этом мы, наверное, будем прощаться. Да. Всем спасибо, дорогие зрители. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Оставайтесь с нами, чтобы продолжать быть с нами. Я не знаю, что я говорю. Поэтому всем спасибо, всем пока. Сергей, привет. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, всем пока. Всем привет.